Сегодня уже 22-е. Время тоже 22, а мы даже съемки не закончили. Главная героиня пропала. Ребят, может, все еще исправится? Да. Напишем новый сценарий и все начнем по-новому. За одну ночь? Конечно, было бы желание. И деньги? 50 на 50. Как это? Желание есть, денег нет. А по-моему, главное не деньги, а... Очки? Нет, мозги. Они уже хотят спать. Думаю, она права. Да, слов мы это сделаем. Один сценарий, одна ночь. И толпа друзей? Истинных друзей, все общее. Точно, все общее. Мы это сделаем. У истинных друзей все общее. Пошлите, поужинаем за дело. Ребят, пожалуйста, что-нибудь принесите мне, хорошо? А то устала, так посижу, здесь останусь. Одна будешь сидеть? Да. А если зомби наглянут? Хорош идти, блин, уже поздно. Как он помогает, блин, а? У нас осталось полчаса, а потом уже нам не выбраться. Оставь меня и беги. Нет, я лучше сам умру, но друга в беде не брошь. В темноте они нас быстро поймают, а мы даже дороги не знаем. Уж умереть за друга, чем жить с позором. Я обязан тебе жизни. Спасибо. О, смотри, изба. Ты потерпи чуток. Я мигом. Одна нога здесь, другая там. Кто там? Откройте, пожалуйста, у нас раненый. Понимаете? Тут такое дело. У нас было... Вы сначала войдете? Ах да, ему нужна помощь. Что будем пить? Вы о чем? Мне ж... У вас усталый вид? Вам надо набраться сил. Отдохните, а потом будете спасать друга. Как? Он там раненый, а я тут... Я вам приготовлю противоядие. А через сколько примерно? Примерно через час. Спасибо вам. Где я? Сколько времени? Успокойтесь, вы в безопасности. А на улице уже ночь. Как ночь? Там же мой друг. Они его... Наверняка его уже нет. Они здесь повсюду. А друга вашего, наверное, давно заметили. Нет. Зачем я сюда пришел? Лучше бы там с ним остался. Но вы бросили его. Нет, это вы меня напоили. Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. Вы о чем? У вас было полчаса, чтобы спасти друга, но вы согласились ждать противоядия целый час. Нет, нет, нет! Знать себя невозможно без помощи друга. Мой друг мертв, а я, кажется, заразился. Где противоядие? Где? А его уже нет. Что с тобой? Блин, испугал меня. Я заснула, да? Лучше давай домой, иди дома отдохнуть. Слушай, кстати, у меня есть сценарий. Да ты что? Да. Как, ну давай, рассказывай. Да. Итак, поехали. Давай, записывай. Про что сценарий? Про зомби. Да хватит чудить тоже уже.